Для любого человека, выбравшего профессию медика, врача, конечно же, мы говорим, что это призвание. Конечно, в зале нет равнодушных людей. Конечно, в зале нет людей, которые боятся. Вы все, Дмитрий Альбертович очень правильно сказал, стоите на страже. Вы те, кто стоит на страже нашего здоровья. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета состоялось мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Он поприветствовал и поздравил медиков с их профессиональным праздником, исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский. Сегодня мы чествуем работников, которые стоят на страже нашего здоровья. В шестой раз мы отмечаем День медицинского работника в стенах Казанского университета. И это очень значительная и очень знаменательная дата для нас. Во время мероприятия состоялась церемония награждения более 200 сотрудников униклиники благодарственными письмами от Государственного совета Республики Татарстан и другими наградами. Это университет, в котором есть своя университетская клиника. То есть это не какие-то базы, где студенты учатся там или еще что-то. То есть университетская клиника – это часть единого Казанского федерального университета. Мы с вами стали несколько мудрее. У нас появились чуть-чуть другие, но более прогрессивные технологии. У нас появились новые специалисты, у нас появились новые направления. Но ничего не поменялось в нашей жизни. Просто мы растем, развиваемся. Мы становимся лучше, мы становимся сильнее, мы становимся более профессиональными. Несмотря на высокие темпы заболеваемости, врачам удалось сохранить довольно много человеческих жизней. Напомним, в 2015 году, согласно стратегии медицинского кластера, в состав университета была включена университетская клиника. Наблюдая первые положительные результаты в медицинском кластере КФУ, верится, что Казань сможет стать центром высокотехнологичной медицины, признанным не только в России, но и во всем мире. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. We'll be right back.